Всем привет, с вами Роман Стелс, это Кармагеддон, первая часть, в которой мы ездим на всех машинах и на всех трассах. В этот раз у нас, так сказать, машинка не очень нам попалась, это аннихилятор, следующий по очереди. В прошлый раз у нас была вон, был клевер, очень прикольная машина, но в этот раз по традиции ездим на хреновых, потом на нормальных. Что ж, я думаю, после этой машины нам достаться что-нибудь хорошее. Ну да ладно, надо затестить, в конце концов, может не так все и страшно, как я думаю. Парсом, все самое мощное у нас стоит, потому что мы прошли игру уже до этого. Кроме офенсив. Офенсив у нас 5 левела. Итак. Следующая трасса. Надо, наверное, что-нибудь. Так, у нас это все было. Вот это, по-моему, у нас, да. Ехали на этой, теперь вот это. By the Seashite. Короче, это. Seashite, это, в общем, скайт или как-то так. Это переводится, по-моему, как коса. В общем, ладно. Хрен с ним, какая разница. Стартуем и посмотрим, что можно сделать. Очень надеюсь, что удастся, так сказать, да, слить вот этого впереди чувака. Перед кабины сразу, смотрите, какая красота. Ну, я прям иголкой такой всех собрал. Пожалуйста, умри. От меня кто-то споткнулся и умер. Причем это не знаю, это Orange. Это достаточно прочный чувак такой. Нифига себе. А это неужели мы настолько прочные? Или просто это что? Или как это? Так, сливаться мне, это попрыгунчество, это не просто жопа, я так его не люблю. Кто придумал этот сраный перк, а? Вот. Кошмар. Просто трата времени огромная. Так, впереди наверняка много народу. Главное врезать хоть кому-нибудь. Бах, нифига, мы прям подели как. Слушайте, я машину недооценил. Она, во-первых, пуляет очень быстро. Это плюс, безусловно. Вот. И при этом она достаточно мощная. То есть она действительно пуляет. Вот. С поворотностью у нее никакая. Я вот прям, так сказать, даже и не сомневаюсь. А в принципе, в общем и целом, вполне себе на пригодно для существования машины. Ну, давайте, поставьте меня на колеса. Спасибо. Но, ну, тут опять же, проект X тут еще ездит. Это тоже такая тачка странного типа. Ох ты, блин, кстати, вот удобно попасть ей. Она длинная. Прям все тут собрались, как... Блин, девочку проколол своей иглой. Кошмар. Вот да, по-моему, отсюда прям сама нужно сгоняться на самом деле. Все. Странно, что за рулем вот такой вот машины викинг, блин. Почему? Непонятно. Кстати, ну ты огребают от моей иглы. Ну давай, пуляй же! Есть! Здорово врезали. Но не убили. Не убили. О, вот это да, вот это, конечно, мне подоткнул. А мы его сейчас тогда... Ух ты! Есть! Проект X мне, так сказать, тоже подсобил в этот раз. Короче, мы здесь толкаемся. Один уже, так сказать, труп на нашей совести есть. Это агент Orange, который сам себя, собственно, убил в самом начале трассы. Непонятно зачем. Ты вон за нами. Ах, ты преследует нас! Зря я разворачивался, надо было ехать прям на пролом. Так, сейчас будет труп, мне кажется. Да. Нет. Вы посмотрите, не труп. Кстати, это Вальхелла.
машина Клевер, на которой мы в прошлом эпизоде. Эх, ездили. На. Блин, кстати, по 20 секунд выбиваем, это неплохо. Это вполне неплохо. Для такой вот машины, которая такой гилдак огромный. Я считаю, нормально. Да, конечно, с поворотностью у нее не очень хорошо, но... Ах ты, в целом неплохо. Так сказать, зайдет. Ну давай, возвращайся обратно в свой... приличный вид. Так, ладно, мимо. Пойдем дальше. Ну а здесь, да, здесь уже, в принципе, кого брать. Там вот только мент, может кувырнуть разок. В принципе, мне кажется, ударность высокая, не высокая, но такая приемлемая, достигается за счет быстрого разгона. Разгоняется быстрая тачка, это клево. Это явно не минус. Но чтобы повернуть от стены, это очень тяжело сделать. Приходится маневрировать. Ух ты, выбирай кого хочешь. Тут, собственно, случай выбрал сам. О, еще тут полетел, по-моему, проект X. Ну да, естественно. Зато, смотрите, миновало столкновение с ментом. Все, смерть. О, и прям вот. Все. В воду. Моментально в море. Еще один труп сейчас будет, возможно. Ах ты, нет, смотрите. Не, вот отсюда я очень не хочу, там через мост потом не получится. Это будет хрень. Что там, мент? Ах ты, я думал, все-таки наскочим на него. В прыжке, но не удалось. Поедем с видом из кабины. Вот это я даже, не знаю, я устремил свой взор, так сказать, на горы. А, ну я теперь понял, да, в чем проблема. И сейчас мы нырнем, по-моему. Нет, смотрите-ка. Всего лишь на крышу. Ух ты! Ух ты, хорошо, прям он к нам попал. Давай, жируй! Не, ну здесь, да, бесполезно сейчас с ментом спорить, это... Ни к чему хорошему не приведет. Ух ты! Нет, нет, не вылетели за трассу, уже хорошо. В почину не получим, нет, это не едет. Так. Ну давай же! Да ё-моё! Мы всего двух слили, кстати говоря. При том, что... Бьемся, в общем-то, достаточно отчаянно. Что, может, зеленый? Ну ж куда ж ты поворачиваешь, зачем туда? Да, тормозим. Ну! Все, жопу, да, получил? Не, не получил. Не меня проехал, вот честно, в почему точно нет, по-моему. Нет, нет, живем. Ах ты, есть, слили еще одного. Ладно, едем вперед, там зеленый, может, столкнемся. Да! Хорошо. Не могу неэмоционально играть. Нет. Это не для нас. Ух ты, смотрите, прилетел прям на капоте. Проехался. А что, в принципе, время есть. Может, кружочек навернем именно, так сказать, с видом из кабины. Почему бы и нет? Попробуем. Еще там бонус возьмем. Уже тайм-бонус в виде человека. Эй! Ну спускайся, ну какого? Эй, стоп! Ух ты, я думал. Ну да, вылетел, все, купаться. А, кстати, меня же преследует, как я посмотрю. Да чтоб тебя, ну почему вы меня выталкиваете? За что? Я вроде нормальный человек.
Так, на проект X столкнемся. Да. Получил, ублюдок. Долго мужика, естественно, проткнем. Здесь, конечно, все бешенство теперь творится. Теперь надо Хаммер замочить. И сам проект X тоже должен огрести. Так, ну все, вырули. Спидометр прикольный у нас в машине. Как тут на крыше. Ах ты! Да, ну конечно мы... Проехали. Надеюсь, проект X не вылетит. Ах ты, я тут... О, смотрите, я все-таки это... Все-таки попал я по нему. Frozen Cops! По пирсу сбиваемся. Слепые... Эти как... Ну давай же, черт возьми. Шевели дёрницей. Слепые... Что это? Педестрианы. Так, ладно, понятно. Близняк, сейчас кто почнется, надо валить отсюда. Более, вон там возвышенность какая интересная. Ах ты, ну как же я так в этот уголок прям вписался. Нечетко. Валим. Есть, все. Это во что я врезался? Или мент мне врезал? Не знаю, очень непонятно. С кабины мало чего понятно вообще, когда играешь. Зато я могу вот в такие промежутки пролазить, а мент не может. Все. Что это у нас? Дроудробилица, зачем она мне сейчас? Непонятно. Фак, это как так получилось-то? А, походу у нас что-то там с гравитацией. С подвеской. Ну давай же, ну что ты, всего 6 секунд осталось продержаться. О, нормально, все, встали. Ах ты, в дрифте в таком. Людей покрошили чуть-чуть. Да. Ты же выскакивай. Положим ехать. Мы трюки мутим. Акробатические. Автомобильная акробатика. Ну давай, ну что ж ты, блин, ты прям вот вообще с поворотами вообще сложно все. Ладно. Прям вот не можем мы. Не моем. Не преследует ли нас никто? Что это будет дальше? А что я врезался? Сейчас мне походу... А, нет, он сзади проехал. Да блин, не могу растолкаться никак. Ух ты, мы в таком сейчас дрифте поехали, прикольно. Опять трюки мутим, опять на крышу. Ну, кто-нибудь врежет меня? Нет, мимо проехал. Эх, тоже мне друг называется. Проект X. Ах ты, черканул по нему, но это все было фигня. Да на! Кстати, нет, что-то даже как-то и ничего не слился. Вот это было несерьезно совсем. Вот так вот. Блин, как мы на поп-то попадаем. Интересно. Нет, я недоволен. Недоволен тем, что происходит. Ресигнем, так сказать. Проехали хоть вообще, хоть круг-то. То есть не круг, а, ну да, полноценный. По-моему, еще один чекпоинт должен быть. О, ну вот он как раз и есть. Вот на этом чекпоинте надо всех надолбить. Но я так не знаю, кому я сейчас врезал. Но занесло меня очень здорово. Я даже срубил такого. А, по-моему, кстати, был один Торыч. Мертвый. Проект X не проехал. Может, джип еще там будет. Поедем навстречу. Ах ты, блин, масло. Не, все уж никого нет. Ах,
О, нет, смотрите, развернул нас очень даже удачно. Попробуем. Проект X-Men проехал. Ах ты, да фак! Могли сейчас вот еще одного 100% трупака сделать. А теперь да, теперь придется с ментом бодаться. Так, проект X опять. Проскочил мимо. Все. На! Нет, не труп. Мало того, он еще на крышу нас перевернул. А между делом мы замочили 100 человек уже. Чисто вот не фантомом, не кем-то, а именно вот на этой вот игле. Можете себе представить? А я недооценил эту машину. Недооценил. А оказалось, вполне ничего. По крайней мере, для этой трассы. На! Очень даже неплохая. Так, ну опять мы застряли, это нормальное явление. Ну вот именно, кстати, реально, для этой трассы очень классная машина. Она, в принципе, пуляет быстро. Ого, нифига себе, пальму снесли даже. Вот это интересно. Причем, пальма с таким звуком проезжает, как будто бы она из железа сделана. Ну на же! Проект X что-то прям совсем жесткий, хотя, по сути, уже все, он должен быть трупаком после следующего удара. Он, в общем, огребал достаточно нормально за все это время. Я думаю, мы с ним смахнемся лучше где-нибудь, да, вот здесь. Пока там нем сообразит, мы сейчас уже успеем. Да, я так и знал. Да, мы, конечно, улетели в воду. Но, так сказать, восстановились благополучно. Ну что ж, как я уже говорил, машина, так сказать, мои надежды обманула. Я-то думал, она хреновая, а она, в общем-то, достаточно даже ничего. Единственная поворотность, конечно, плохая, но для такой длинной это понятное дело. Но пуляет она, стартует она очень клево. Бьет, ударная сила у нее очень хорошая. И, в общем-то, неплохая тачка, на самом деле, оказалась-то. Ну ладно, посмотрим, что у нас будет дальше. Аннихилятор и... В смысле? Желтый орел? Мы что, уже на всем проездили? Осталось только... Ну, это я помню, эти вот желтые, зеленые орлы, там, и ястребы. Это для сетевой игры, насколько мне помнится, было сделано. Хм. Оказывается, да. Прикиньте, все машины-то мы вот и попробовали. На всем прокатились, все было. Да, даже-то и сказать нечего. Ну ладно. На машинах-то мы на всех проездили. Но вот остались еще трассы, которые, так сказать, надо бы доездить. Поэтому в следующем эпизоде будем ехать на следующей трассе. Какая она у нас там по счету-то? Осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть трасс. Шесть трасс проехать. Это Desert Storm, Ramp Rampage, Blood on the Rooftops, Downtown Devastation, Beaches of Blood. Прикольно. И Beef Curtains. Ладно. В общем, еще 6 эпизодов осталось нам откатать в Кармагеддоне. В этих самых интересных трассах. Desert Storm и так далее. Ладно. До следующего эпизода. С вами был Роман Стелс. Счастливо.